Доброе утро, дорогие друзья. У нас сегодня тоже прохладно, ветер ледяной, погода северная, не то что в Питере. Все говорят, что в Питере погода ужасная, беспонтовая, дождик там, все дела. Поверьте, не знаю, для меня, вот для меня лично, мне комфортнее жить в Петербурге, в Питере, так как я здесь жил много лет, считайте, всю жизнь. Я прожил в Омске очень большую часть времени. И во многих городах я тоже, кстати, бывал по месяцу, по два, но это мало. Как бы, чтобы для жизни я и в Москве был зимой, и летом, и весной, и осенью, и в Питере, и в Омске, и в Тюмени, и в Новом Уренгое. В общем, скажу вам так, что в Омске мне тоже нравилась погода, классная погода была, зимы холодные, лето теплое, прям шикарное. Знаете, как лето летом, зима зимой, весна весной, осень осенью, там вот такая вот погода в Омске. В Тюмени все равно чуть попрохладнее. А в Москве, кстати, ну, зима не такая просто суровая, а так тоже, как бы, ну, климат там хороший. А вот на третьем месте, вот где я имею в виду жил, городах таких находился более долгое время, это Москва, Омск, Тюмень и Новый Уренгой. В общем, где я был из городов, самое такое благоприятное из всех, что там, вот как я сказал, лето-лето, зима-зимой, это Омск. Потом идет Москва, потом идет Тюмень, и потом идет только Новый Уренгой, вот где я жил. Новый Уренгой самый такой неблагоприятный для меня климат. Здесь постоянно хочется спать. Хоть и солнце светит, все равно еле встаешь. В Питере хоть и солнце не светит, когда просыпаешься, но ты просыпаешься как-то пободрей. А здесь ты постоянно спишь. И все здесь спят, не только я. Здесь как бы не хватает, как говорят, кислорода. И из-за этого кислородное голодание идет. И люди, в общем, сонные все ходят. Здесь витамина, как и в Питере, в принципе, D3 не хватает. Но, в общем, в Питере намного комфортнее климат, чем здесь на севере. Поэтому, друзья, дорогие, не говорите, что ой, какой там ужасный климат, как там плохо, на севере было бы лучше тебе. Ну, я думаю, я разберусь, где мне лучше. Поэтому здесь тоже по-своеобразному красиво, круто, классно, но не для меня. Здесь хорошо осенью ходить в лес. По грибы, по ягоды, на рыбалку, на охоту. Вот это да, вот это класс. А все остальное здесь время как бы, ну, я бы сказал, мягко говоря, как бы делать здесь нечего. Поэтому, друзья, вот такой расклад. Сейчас еду на дачу. Поснимаю вам, вот наша северка, вон там я живу на северке, разделяется город на север и юг. Еду на дачу, на участок, сейчас поснимаю питомцев, у нас Синай там, Музгар, Алмаз и Вьюга. Вьюга вот как раз говорил вам, что она беременна от Синая, тоже от западно-сибирской лайки. В общем, должна на днях родить. Я покажу вам все, как, что там, отец на работе, поэтому он, когда вот работает, через два дня там находится, работает, строит, а два дня он только по вечерам приезжает и, в общем, ухаживает за питомцами.
Смотрю, по моей тропе собаки гоняют, которые я когда-то ходил в лес, натоптана была. Я ж уже тут по снегу ходил. Конечно, сходить проверить, что там вообще находится у нас. Здесь у нас в том вольере жил Акела. Старые вольеры тоже. Там у нас, смотрю. Так, пока не пойму, кто там. Кто у нас? Смотрю, Алмаз. А, там Синай, наверное, сидел. Вот здесь Алмаз. Сидит вот наш самый крупный западно-сибирский кобель. И вот там Музгар у нас. Посередине никого нету. Чтобы они не дрались попотом. Смотрю, это мне сделали. Красавцы, красавцы, Алмаз. Сейчас выйду, выйду. Соскучились за мной тоже. Сейчас выйду. А, это у нас Синайка. Синай. Синай, красавец, красавец. Ты что, подмерзли еще, Синай. Красавчик, красавчик. Красавец, красавец, Синай. Соскучился, соскучился, да, соскучился. Соскучился. Вот он, красавец. Он у нас жених в юге, от кого будут щенки у нас. Тоже розовый носик, без ухи. Ну а что ты? Ой, какой красавец, ой, какой красавец, ой, какой красавец. Ай, красавец, пойду других поснимаю. Вы, короче, без остановки. Тяв, 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 тяв. Сейчас подойду, Алмаз, Алмаз, как ты заскучился, да, за мной? Алмаз, 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 хороший, хороший, Йосик, хороший, да, да. На Акеле на месте, да, сидишь ты? На Акеле на месте? Что тебе тут нравится? Нравится тут? Что у нас тут? А тут у нас Музгар, а тут у нас Музгар. Это, кстати, отец Алмаза. Да-да, тоже соскучился, да? Холодно, холодно он. Мне, точнее, холодно. Красавец, красавец, рыжий. Вот он единственный, кто не боялся у нас Акелы. А это, получается, Алмаз, это сын Тайги и Музгара. Тайга дала такой ему крупный размер. Да, 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 ласки, ласки вам надо, ласки. Кстати, Синай тоже сын Тайги, только от другого отца. Там Аган был отец у него. Можно проследить, если охотникам интересно. А, и сейчас пойдем, он вьюга у нас закрыта. Вьюга ночует в гараже, потому что она беременная, ей уже скоро рожать, и там ей папа местечко подготовил. Сейчас откроем, посмотрим. Как она там? Что она там делает? Сейчас. Она там закрыта, что я не понял. Вьюга, вьюга, вьюга. Стаси, не прыгай на меня, пожалуйста. Вьюга. Ты сладкая, маленькая, маленькая. Все, 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 куда ты, куда, куда, куда бочонок? Все, все, бочонки, бочонки. Вот, у меня место тихо, не прыгай, всего испачкало. Как ты мне радуешься-то. Тебя выпустить, наверное, побегать? Сейчас выпущу, сейчас, сейчас. Сейчас выпущу побегать, идем, идем, идем.
Идем выпустить тебя. Иди, иди побегай. Иди. Ну сходи в туалет. Сходи, 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 сходи. Ботеночка. Да, видно, что беременна. Видно, что беременна. Ну ты как будто на первом месяце беременна. Тайга так вообще бочкой была. Ну, наверное, мало щенков будет. 4, может. Ну, 6 максимум. Он носится, бегает. Пробегает. Самая дерзкая у нас лайка. Да, скажи? Самая дерзкая. Самая нетрусливая, смелая. Иди, иди на место, иди место, иди место. Давай выпущу тебя еще раз. Идем, идем. Идем, идем. Поносится, побегает. Папин трикол на базе УАЗика. Они, кстати, друзья, это не тупо УАЗик с большими колесами. Это есть такая фирма Трикол, которая занимается именно такими автомобилями. И продают их. Такие уже на заводе их делают. Называется Трикол. Вот папин старенький, но надежный снегоход. У нас немножко там в парке, я скорее всего, может, и раньше приеду, числа 13-14. Думал, побольше здесь останусь, но не получается. У Лехи непредвиденная ситуация получилась, ему надо было срочно ехать домой, позвонил мне. Посмотрите, как красиво, и ему пришлось уехать раньше. Остался там один Сергей Казак. Так, смотрите. Опа, опа. Как красиво. Где Вьюга? Вьюга! Вьюга! Ты где? Ты куда залезла, а? Ты что там делаешь? Всех щенков своих подаешь. Идем, Пузо. Готовишься, да? Готовишься? Готовишься? Я, интересно, застану твоих щенков, нет? Тихо, тихо. Вот у нас парочка, парочка. Это у нас муж и жена. Юга и Синай. Юга и Синай. Да, Юга и Синай. Что в Юга? Что в Юга? У нас щенята будут от этой пары. Юга уже пузатая, бегает. На днях должна родить. Матерая уже стала, да? Я помню, тебя за пазухой держал, ездил на квадроцикле с тобой охотиться. За пазухой тебя держал, малышку. Ездил с ней. А ты куда выскочить хочешь? Ух ты! А эти тоже выскочить хочут. Но их нельзя выпускать, сразу драться начнут. Кобели между собой дерутся насмерть просто. Синай, что там забыл? Синай, покажи себя. Носится. Синай! Вот Вьюга.
Ух ты, куда зашел? Куда зашел? Сина, ты что там забыл, а? Беляк, что там забыл? Что там забыл? Что там забыл? Весь в шрамах, посмотрите. Ну, очень красиво. Я его хотел, вот, друзья, брать для вязки с фурией. То, что он беленький, у него баки очень хорошие, как у волка прям. И он тоже не маленький размером. У него в холке 63-65 примерно варьируется, я точно не могу сказать. И плюс то, что он белый. Но решили с Алексеем, что повяжем гибридом. В принципе, по размеру они одинаковые, что леший, что синай. Но синай просто чистокровная лайка западносибирская, леший он гибрид. И то, что лешего было легче привезти, лешего легче было привезти с Волгограда, чем синая с Нового Уренгоя. Расстояние почти в 4 раза больше. Да? Ты подбитый. Ты чё, подбитый? Пойдем. Выходи отсюда. Пойдем. И ты еще одна. И ты еще одна. Давайте вот парочку влюбленную снимаю. Ложись, Юга, иди. Давайте я поснимаю вас. Иди, Юга, иди на место. Ну что вы как эти? Как только присядешь сразу. И ты, и все. У папы они не перекормлены. Вот, нежится, целуется парочка. Будь здоров. Ну, синай по экстерьеру это, наверное, пушка и топ из всех лаек. Он у нас, я могу смело так сказать, он самый красивый по экстерьеру. В работе не могу сказать, что он самый лучший, а вот по экстерьеру я могу смело сказать, что это самый красивый кобель из у нас, которых есть западносибирских лаек. Очень красивый. Так. Вон он какой. Какой красавец. Синай, смотри сюда. Юга, все хоп-хоп-хоп, что такое? Смотрите, насколько он тоже крупнее в Юге. Папа себе хочет от этой пары оставить щенка. Щенка оставить от вас щенка оставить. Вот и твой домик, молодец. Ну, посмотрите, какие раны бойцовские, и глаз перекошен, и ухо отрезано, и морда вся в шрамах. А в Юга где у нас? Юга? Ух ты! Ух ты, сразу. О, весь шрам. Свои клыки покажешь.
Пойдем на место. Пойдем, Синай. Пойдем тебя на место посадим. Пойдемте. Давай, место. Аккуратней, ё-мо. Синай, место. Место, Синай, место. Заходи, заходи. Молодчина, молодец. Вот он какой хороший, послушный. Послушный у меня кобелек.